Из первичных облаков газа и пыли под воздействием гравитации сформировались первые звезды. Под воздействием все той же гравитации эти первые звезды стали объединяться в скопления, а затем в галактики. Время. Оно, как известно, течет из прошлого через настоящее в будущее. И вот это течение времени приводило совсем юную Вселенную к эволюции, создавая невероятные чудеса. В молодой Вселенной некоторые галактики были связаны гравитацией и формировались довольно близко одна от другой. Не в силах разорвать эти гравитационные объятия, эти галактики сливались, создавая более крупные структуры. Многие скажут, какое великолепное зрелище, но, друзья, это катастрофа вселенского масштаба. В этом столкновении разрушаются старые и создаются новые миры. По мере своей эволюции Вселенная переживала разные времена. Она создавала, разрушала и снова создавала целые миры. Эти огромные промежутки времени в сотни миллионов лет служили началами и концами огромных эпох. Мы же – результат великой эволюционной последовательности космической эволюции, о которой мы знаем немного. Гравитация – это величайший создатель удивительных миров, но она также и величайший разрушитель. Она прагматична и беспощадна. Звезды в ранней Вселенной были огромными. Можно сказать, что это было время звезд-гигантов. Но многие из этих звезд жили недолго. Так вот, когда такая огромная звезда умирала, вся материя в ее ядре сжималась до невероятной плотности, образуя во внешних слоях бесконечную черную бездну, известную как черная дыра. Огромная гравитационная мощь такого монстра способна разнести любую звезду, оказавшуюся поблизости, в клочья. Черная дыра срывает материю со звезды и притягивает ее к себе. Эта разогретая до невероятных температур материя, вращаясь вокруг звезды на околосветовой скорости, создает аккреционный диск. На полюсах же молодой черной дыры создаются очень мощные магнитные поля, которые преобразуются в огромные потоки энергии – джеты. Эти джеты выстреливают в межгалактическое пространство с околосветовой скоростью. Так образуются квазары. И хотя квазары видны во всей Вселенной, сам же центр черной дыры остается загадкой, покрытой мраком. Ведь ничто и даже свет не в силах покинуть ее. Вот поэтому-то все, что находится внутри черной дыры, скрыто от нас навсегда. На протяжении всей жизни звезд внутри каждой звезды идет постоянная борьба между силами, пытающимися разорвать звезду, и гравитацией, сжимающей ее. Когда же у звезды заканчивается топливо, она сжимается, а затем взрывается с яркостью миллиарда солнц. Так заканчивает свой жизненный путь сверхновые.
Когда взрывается сверхновая, то она выбрасывает в космос все элементы, которые создала в процессе всей своей жизни. Кислород, азот, углерод, кремний и еще более тяжелые – железо, платину, золото и другие тяжелые элементы. Таким образом, умирая во вспышке сверхновой, одна звезда дает материал для рождения другой звезды и зарождения вокруг нее жизни. Именно благодаря этим процессам перерождения звезд спустя миллиарды лет появимся мы. Это случится в туманности такой же, как это, 5 миллиардов лет назад, в которой родилось наше Солнце. Под воздействием все той же гравитации облака водорода и пыли сжимались и разогревались все сильнее и сильнее, пока не родилась звезда, которую в далеком будущем люди назовут Солнцем. Вокруг этой новорожденной звезды сформировался огромный протопланетный диск из газа и пыли. Эта пыль под воздействием все той же гравитации сталкивалась, склеивалась, собиралась в комки. Комки сталкивались и превращались в глыбы. Эти глыбы также сталкивались и превращались в планеты, среди которых была Земля. Молодая Земля была похожа на ад. Она вся состояла из расплавленной породы. Куда бы вы ни посмотрели, от края до края все плавилось и бурлило. Спустя сотни миллионов лет поверхность Земли стала потихоньку остывать и покрываться базальтовой корой. Но это все еще была враждебная для жизни безжизненная планета. Около 4,5 миллиардов лет назад молодая Земля столкнулась с такой же молодой планетой по имени Тея. После этого столкновения ядра планет слились, а из мантий Земли и Теи, выброшенных в космос, гравитация сформировала Луну. Луна же постепенно стабилизировала вращение Земли, которая к тому времени уже остыла, и на ней появился океан. Суши тогда еще не было, а глубоко в океане извергались вулканы. Сегодняшние черные курильщики – это уменьшенная копия тех доисторических вулканов. Вот возле этих-то подводных вулканов, богатых различными химическими соединениями, и зародились первые живые клетки. Таким образом, примерно 3 миллиарда лет назад простейшие организмы захватили Землю и стали самыми распространенными формами жизни на планете. Цианобактерии и другие кислородообразующие микроорганизмы стали развиваться в колониях, выделяющих огромное количество кислорода. Повышение уровня кислорода, в свою очередь, дало толчок развитию более сложных форм жизни. Эти новые организмы стали использовать кислород для дыхания, ведь для разнообразия более сложных форм жизни нужно больше энергии. Прямо перед тем, как появились первые сложные организмы, на Земле наступил самый длительный ледниковый период за всю ее историю. Земля превратилась в планету Снежок. Но после этого глобального ледникового периода наступило глобальное потепление.
Трехкилометровые льды, сковывающие планету на протяжении 85 миллионов лет, растаяли. Температура на планете повысилась, и тут же стали появляться многоклеточные организмы. Жизнь вышла на сушу и стала завоевывать планету. Эпоха Голоцена закончилась. То, что мы делаем сейчас и будем делать в ближайшие годы, окажет глобальное влияние на следующие несколько тысяч лет. Те условия, которые были известны современному человеку, меняются. И меняются они довольно быстро. Ничто на Земле не останется прежним. Все изменится. Изменения происходят уже сегодня, на наших глазах. Меняются они непредсказуемо, и никто не знает, чем все закончится. Все это происходит постоянно и является естественными циклами жизни планеты. Изменение магнитных полюсов, глобальное потепление и повышение уровня мирового океана. Но все это ничто по сравнению с тем, когда у Солнца закончится топливо. Оно не погаснет вот так, раз и навсегда. Его ядро сколлапсирует. А выделяемая при этом энергия приведет к расширению внешних слоев. Наша звезда начнет расширяться и превращаться в красного гиганта. Меркурий, Венера и Земля будут поглощены умирающим Солнцем. Спутники Марса будут разрушены и образуют кольца, состоящие из каменных глыб, вращающиеся вокруг Красной планеты. После этого Солнце погибнет. Оно будет медленно остывать в ледяном пространстве глубокого космоса, превращаясь в белого карлика. Судьба Солнца такая же, как и у всех звезд. Однажды все звезды погаснут. И космос погрузится в вечную тьму. Новые звезды больше не будут рождаться. И Вселенная встретит свой последний час не со взрывом, а с последним тихим вздохом. Не в огне, а в холодной тьме. Со смертью последней звезды эпоха звездного света подойдет к концу. Вселенная станет космическим кладбищем, наполненным останками мертвых звезд. Без топлива тусклый свет белого карлика исходит благодаря остаточному теплу когда-то горячей термоядерной печи. Если же смотреть на Солнце, превратившееся в белого карлика с той точки, где сейчас находится Земля, то оно будет испускать столько же света, сколько и полная Луна в ясную ночь. Такое слабое свечение белых карликов станет единственным источником света в космической пустоте, где остались лишь останки мертвых звезд и черные дыры. Вселенная станет призрачной, наполненной прахом мертвых звезд,
которые, собственно, будут единственными, кто доживет до этого будущего. Со временем гравитация выбросит мертвые звезды и планеты из галактики, отправляя их в ледяную и темную пустоту. В этой ледяной пустоте иногда будут сталкиваться нейтронные звезды, пронзая тьму очень яркими вспышками сверхновых. Если во Вселенной еще останутся какие-то формы жизни, то они смогут найти пристанище возле старых белых карликов. Белые карлики, остывая, превращаются в черных карликов. Такая судьба ждет последние звезды. Они когда-то были белыми карликами, но остыли настолько, что больше не спускают ни тепло, ни свет. Черные карлики – это темные, плотные, тлеющие тела из разлагающейся звездной материи. Атомы, из которых они состоят, так сильно прижаты друг к другу, что плотность черного карлика превосходит плотность Солнца в миллионы раз. Звездам нужно очень много времени, чтобы достигнуть этого состояния. Поэтому ученые считают, что во Вселенной пока нет ни одного черного карлика, но со временем они появятся. Вся материя, которая не смогла покинуть галактику, засасывается сверхмассивной черной дырой в центре. Эти черные дыры, собственно, и поглощают оставшуюся материю. Они долго спали, но теперь вспыхивают в сиянии славы. Наступает эпоха распада. Наш темп жизни основан на том количестве энергии, которое мы имеем в своем распоряжении. Но вы можете представить иной разум, который развивается и распространяется совершенно иначе, намного дальше, чем мы можем сегодня вообразить. Вот, например, представьте, что вы могли бы принадлежать к виду, для которого одна мысль за 10 триллионов лет была бы нормой. Даже если наша жизнь вымрет, то можно представить, что в какой-то момент далеко в будущем, среди какой-нибудь случайности, вновь ненадолго появится разумная жизнь. Эта жизнь будет выглядеть словно острова разума, затерянные во времени. По мере расширения Вселенной материя начнет распространяться со скоростью света. К этому моменту галактики и звезды будут удаляться так быстро, что их свет уже никогда не достигнет нас, и тайны космоса будут скрыты навсегда. А современные теории предсказывают, что в это время даже атомы начнут распадаться. Протон – один из основных кирпичиков материи, из которой, собственно, все мы и состоим. Так вот, некоторые ученые утверждают, что у Вселенной наступит период, когда даже протоны начнут распадаться. Таким образом, любая материя, избежавшая падения в черную дыру, в конце концов погибнет, когда ее протоны распадутся. Правда, пока еще никто не знает, что происходит с материей в черной дыре. И никто еще никогда не видел, как распадаются протоны. Но открытие в будущем рано или поздно прольет свет на эти загадки Вселенной. А вот материя, из которой состоят черные карлики, по всей видимости, будет последней материей во Вселенной. Но и она когда-нибудь исчезнет, не оставив совсем ничего после себя. Когда исчезнут черные карлики, во Вселенной не останется ни единого атома материи. Все, что останется от известного нам космического изобилия, это частицы света и черные дыры. Здесь нет ни планет, ни звезд, за которые можно было бы зацепиться взглядом. Стрела времени открывает окно в юность Вселенной. Те времена, когда возможно рождение и эволюция жизни. Но это окно не останется открытым надолго. Это всего лишь краткий период жизни Вселенной, отмеренный от ее начала и до испарения последней черной дыры. Жизнь такой, какой мы ее знаем, возможна с вероятностью тысячной, миллиардной, миллиардной, миллиардной доли 1%. Другими словами, это ничтожно малая вероятность. Черные дыры же по сути являются основополагающими элементами Вселенной, где галактика будет представлена в виде сверхмассивной черной дыры в центре, вокруг которой будут вращаться маленькие черные дыры. Это будет галактика-зомби,
в которой черные дыры все еще продолжают эволюционировать. Они будут поглощать друг друга, становясь все больше и больше. В это отдаленное время слияние черных дыр станет основным событием Вселенной. Ранее ученые предполагали, что черные дыры бессмертны, но теперь мы знаем, что даже они когда-то умрут. Речь идет о временных масштабах, которые невозможно даже представить. Это будет через триллионы лет, и в таких масштабах даже черные дыры начинают испаряться. Согласно теории квантовой механики, пространство наполнено частицами и античастицами, которые постоянно появляются парами, разделяются, сталкиваются и уничтожают друг друга. Возле черной дыры одна частица может упасть в черную дыру, оставив другую на ее орбите. Эта оставшаяся частица становится частью излучения, испускаемого черной дырой. Вот поэтому-то черные дыры не являются бессмертными. Они испарятся с увеличивающейся скоростью, пока полностью не исчезнут. Когда исчезнут черные дыры, исчезнут и последние крупные объекты во Вселенной. Во все времена философы задавались вопросом, огонь или лед ознаменуют конец мироздания. Сегодня у нас есть ответ. Последние открытия показывают, что расширение Вселенной не замедляется, а наоборот ускоряется. А это значит, что Вселенная остывает и умирает в холодной тьме. Это случится не завтра, и по нашим меркам не скоро, даже не через миллионы лет. Это случится через миллиарды, а может и через триллионы лет. Но что ускоряет расширение Вселенной? Ученые называют ее темной энергией. Она является доминирующей во всей Вселенной. Почти 3/4 всей энергии и материи во Вселенной приходится на темную энергию. И эта загадочная темная энергия, в отличие от материи и излучения, не становится менее концентрированной по мере расширения Вселенной. А ведь от этого напрямую зависит то, что случится со Вселенной в будущем. Если темная энергия по-прежнему будет доминировать и расширять пространство, то она будет расширять Вселенную все быстрее и быстрее. Сегодня мы знаем, что 70% всей энергии Вселенной содержится в пустом пространстве, и никто не знает почему. Но мы знаем то, что если эта энергия по-прежнему там будет, то Вселенная станет темной, холодной и пустой. Изучение темной энергии может в корне изменить наше видение будущего. Если же эта энергия со временем ослабеет, то Вселенная может начать сжиматься под действием гравитации. Эта теория получила название «большое сжатие». Если она усилится, то сожмет Вселенную, а потом разорвет ее на куски. Это будет очередной большой взрыв. Некоторые физики и вовсе полагают, что может существовать множество других вселенных за пределами нашей, в каждой из которых могут быть свои физические законы. Сегодня всевозможные теории предсказывают как никогда холодную и пустую Вселенную. И вот тут возникает вопрос, а может ли этот конец вести к новому началу? Существуют разные теории о том, как конец нашей Вселенной в каком-то смысле может привести к рождению новой. Некоторые ученые полагают, что можно выбраться из нашей Вселенной до того, как энтропия все уничтожит. Мол, мы бы могли создать виртуальную Вселенную, или если хватит энергии, то создать такую, как наша. Конечно же, у нас пока есть только математические уравнения, которые говорят о том, что можно создать ядерный ускоритель частиц, который может создать огромное количество энергии в одной точке, для того, чтобы открыть портал и отправиться в новорожденную Вселенную.
перед лицом смерти для всего, что существует, это, наверное, единственный способ спастись. Но навряд ли это сработает, хоть и создает очень интересную возможность того, что каждая вселенная создает своего рода спасательные шлюпки для спасения и дальнейшего расселения жизни. Так что возможно, что вселенные будут эволюционировать. Но выживать в этой эволюционной гонке будут сильнейшие. Те же вселенные, где нет разумной жизни, будут бесплодны, поскольку у них нет дочерних вселенных. Но те вселенные, где есть нормальная температура и звезды, например, как наша, могут создать цивилизации, которые откроют новые вселенные и поселят жизнь уже в них. Но если же способа сбежать у нас нет, то энтропия будет идти своим ходом, уничтожая оставшиеся сверхмассивные черные дыры. Когда взорвется и умрет последняя черная дыра, она светит Вселенную своим светом в последний раз. Спустя невообразимый промежуток времени все черные дыры испарятся, и Вселенная будет представлять собой море фотонов, постепенно остывающих до одной температуры, поскольку расширение Вселенной охлаждает их до абсолютного нуля. Однажды, когда последний свет последней звезды превратится в ничто и все достигнет одной температуры, история Вселенной подойдет к концу. Энтропия наконец-то перестанет расти, потому что в космосе уже больше ничего не будет. Здесь больше ничего и никогда не будет происходить.